Всем привет! Сегодня 27 мая 2023 года. Вон она пошла. Я за ней не пойду. Я сегодня намок уже 25 раз. Вчера такая вечером прошла хорошая поливочная гроза. Погремела чуть-чуть. Быстренько прошел дождь, все полил. Ну и хорошо, думаю. А с утра встал пасмурно так. Та чича рано сегодня вставала. И в 3, в 5 она вставала. И пасмурно как-то так и все. Думаю, ну и ладно, хорошо. Будет пасмурный день. А потом оно как пошел дождь, то такой, то сильный, то опять он такой слабый. В общем, льет и льет. Очень затяжная такая дождливая погода. И по прогнозу он там до завтра будет лить и лить. Хотя вот на небе вроде как и проясняется. Но я уже дважды выходил на улицу, и в столовую ходил, и на почту ходил. Вымок просто до нитки. Одел плащ, дождевик. Кто не пользовался, у меня лежал он 10 лет, думаю, попробую. Пускай, что он зря лежит. Застегнул сверху рюкзака. А потом думаю, ну надо расстегнуть же, в столовую пришел, достать там контейнер такой, все. В общем, кнопки открываются весь, в общем, они выдираются с плаща, раскрыть их уже невозможно. Поэтому, видимо, он одноразовый. Либо надо через голову снимать, вот такой он. В общем, попользовался один раз. Так что вон она ходит за дядей Федором. Гера стоит мокрая. Чего тут, что она стоит? Гера, что ты стоишь? Да стоит, показывает свою преданность. Гера, да молодец, лежит себе спокойно в конуре он. Частичка подойдет, с ней поздоровается, а может не подойдет. Так что такое. Пойдем сейчас дальше смотреть всякие кинофильмы. Сидим, смотрим сериал, так хорошо дома. Сухо, тепло, воздух свежий. Только то-то, что на улицу пришлось выходить. Поэтому всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока.